Много нового сегодня и было, и будет для вас. Но именно в такой день я не могу не вспомнить те песни, которые привели нас сегодня в этот зал. Вот у вас какая любимая песня? У меня «Я тучи разведу руками». Я все песни люблю, с удовольствием. «Младший лейтенант», например. «Младший лейтенант», с удовольствием. Хорошо. Ну а вы на какую песню идете? Мне кажется, все идут на какую-то одну. «Все мы бабы-стервы». «Все мы бабы-стервы». Знает какую-нибудь песню Аллегровой? Вы же идете на концерт Ирины Аллегровой. Все. Почему-то все женщины начинают с этой песни. Нет, я не согласна, не все. Угонщица. Фотография. О, фотография 10 на 12. Младший лейтенант? Да. Лейтенант. Мальчик молодой, разрешишь потанцевать с тобой. Если бы ты знал женскую тоску по сильному плечу. По сильному плечу-то тоска была во все времена. Еще лежит на ней твоя рука. И голос слышен. Здрасте. Здравствуйте. Слушайте, ну вот я на концерт пришли. Да. Ну, как вы вообще думаете, тучи мы руками разведем? Я тучи разгоню руками. Вот вам почему нравится Аллегрова? Ну, своей женственностью, ну, как сказать, что... Ну, она такая искренняя, правда? Искренняя, да. Искренностью, нежностью своей. А людей-то как много. Снежинки на ресницах таяли, и зачарованно читали красивый незаконченный роман про любовь без весны. 11 июля. Звучат аплодисменты. Ирина Аллегрова, прощальный тур. На концерте Александра Розенбаума он сказал, что пока у артиста есть публика, он жив. А как только публика уходит, он как артист умирает. Не знаю, почему Ирина Аллегрова решила сделать прощальный тур. Она ведь замечательно поет, хороша собой. И самое главное, у нее есть огромное количество почитателей, которые знают каждую ее песню, поют наизусть. Так что мы в это не верим. Прощание не сегодня наверняка наступит. Прости, если сможешь, жаль, но это будет так. Браво вам! Спасибо, что пели. Спасибо, что помните.